История Троицкого консервного комбината началась в далеком 1914 году. Хлодобойня была построена для снабжения армии мясопродуктами. Первая продукция была выпущена через два года. В 1985 году комбинат стал крупнейшим мясоперерабатывающим предприятием страны и вошел в тройку лидеров отрасли. Новый виток в развитии старейшего производителя мясных консервов в современной истории начался в 2019 году. Новые акционеры буквально вдохнули новую жизнь. Предприятие нам досталось в разбитом состоянии, с полным истекшим сроком амортизации всего оборудования. Значит, за время работы пришлось, конечно, приложить немало усилий, чтобы привести достойный вид. Сегодня продукция комбината широко известна не только на территории Челябинской области, но и далеко за пределами России. Реализовать масштабное техническое перевооружение помогла компания «Уралцентркомплект». Нашему предприятию «Уралцентркомплект» представилась возможность принять участие в модернизации консервного цеха «Агроторг Троицк». Мы являемся производителями оборудования для консервных заводов, связанных с производством мясной, молочной, овощной продукции и другие. Непосредственно на предприятии «Агроторг» Троицк нами были изготовлены и установлены автоклавы АГ-1200/4 в количестве 5 штук, также двухсекционные агрегаты моек, банок, полуавтоматические агрегаты загрузки, полуавтоматический агрегат разгрузки банок, моечно-сушильные агрегаты. Современная линия нашего производства, которая была установлена при модернизации консервного цеха, позволила добиться поставленных целей, таких как увеличение производительности и снижение затрат. Сказываются такие изменения положительно на каждом этапе производства. Процесс производства консервов следующий. Банка, укупоренная с продуктом, подается со скоростью порядка 120 банок в минуту, выходит с линии. И она попадает у нас в банкомоечный агрегат ДБА-02, где она сначала моется с раствором в одном отделении, во втором ополаскивается. И на выходе мы получаем чистую банку, которая попадает на накопительный транспортер агрегата загрузки банок ПАС-1200, где при обслуживании одним оператором происходит загрузка корзин, после чего корзины попадают на стерилизацию в автоклав АГ-1200. Преимущества нового современного оборудования неоспоримы. Например, корзины горизонтального автоклава вмещают в себя на треть больше банок, а при укладке исключена их деформация. Теперь этой проблемы на заводе нет. После модернизации установили горизонтальные автоклавы АГ-1200 фирма «Уралцентркомплект», город Снежинск. На данных автоклавах установлены компьютеры, и процесс стерилизации происходит в автоматическом режиме. И благодаря этому улучшилось качество производимой продукции. Набирается автоклав 4 корзины. Закрывается. Выбираем продукцию. Включаем кнопку «Пуск». И дальше идет уже в автоматическом режиме набор температуры и набор давления. Загрузка автоклавов исключает сложные грузоподъемные механизмы. Экономия на энергоресурсах, таких как пар, вода, электричество, достигает порядка 50%. Это возможно в том числе благодаря внедрению технологии так называемого возврата конденсата при нагреве и стерилизации и оборотного водоснабжения на этапе охлаждения продукта. На каждом участке линии достаточно по одному оператору, и вообще ручной труд здесь сведен к минимуму. Продукция комбината производится с соблюдением государственных стандартов, поэтому строгое следование технологии обязательно на каждом этапе. После автоклавирования необходимо разгрузить корзины. Для этого мы используем полуавтоматический агрегат разгрузки ПАР-1200. Банка с гидролифта попадает на транспортер, переходит в один ряд и поступает в моечно-сушильный агрегат, где она еще раз ополаскивается, потом она обдувается, сушится и готова к этикировке или к упаковке. Полгода мы работаем на новом оборудовании. Что хочется ответить?
Главное, мы увеличили качество своей продукции. Второе, у нас сократились простои по вине поломки оборудования. Ну и третье, нам стало легче, комфортнее, удобнее. Ведь всегда хочется приходить и уходить с работы с удовольствием. За столько лет у нас прошло очень много изменений. И причем все изменения прошли в лучшую сторону. Модернизация нам пошла на плюс. Очень на плюс. Нам всем это нравится. Мы получаем от этого удовольствие. Люди, которые у нас здесь работают, они получают от этого удовольствие, потому что они понимают, что и процесс работы облегчился, и при этом мы выпускаем качественную продукцию. Впереди у Троицкого консервного комбината немало задач. Продолжение реализации технического переоснащения производства, выпуск новой продукции и амбициозные планы по развитию всего предприятия, чтобы, как и прежде, оставаться лидером в отрасли в стране.